сегодня вас угощает информационная столовая. Приятного аппетита! На этой фотографии запечатлен первый полет братьев Райт, 1903 год. Кровавая суббота, 1937 год. Фото сделано после налета японских ВВС на городской вокзал в Шанхае. На тот момент на вокзале находилось около 2000 граждан. Только 300 удалось спастись. На фото запечатлен маленький ребенок, которого спасатель вынес из разрушенного вокзала, посадил на перроне, после чего вернулся, чтобы помочь другим людям. Заключенного американской тюрьмы Синг-Синг подвергают китайской пытке водой. 1860 год. Машина для одновременного бритья 12 мужчин. 1967 год. Печать на гробнице Тутанхамона, которую не трогали на протяжении 3000 лет. Фотография 1922 года. Пехотный полк британской армии перед отправкой на войну, и он же после ее окончания, 1914 и 1918 года. Самое большое судно 19 века – Левиафан, Нью-Йорк, 1859 год. Бывший узник концлагеря Освенцим подбирает себе очки. 1945 год. Одевание девушки. 1860 год. Германский император Кайзер Вильгельм II. Силезия. 1913 год. Саксофонист Биг Джей Макнили сводит с ума поклонников. 1951 год. Мать показывает фотографию своего сына, вернувшимся на родину военнопленным, в надежде его разыскать. Вена, 1947 год. Мужчина одел свою собаку в костюм и посадил ей на колени свою кошку, чтобы сделать необычное фото. 1950 год. Мальчик раздает вечернюю газету с новостями о крушении Титаника. 1912 год. Фотография Пола Странда. Надпись на табличке «Слепая». Напиши в комментариях, какая фотография тебе понравилась больше всего. И обязательно подпишись на канал.